Итак, всем привет, друзья, я вас приветствую из... сегодня первое число, сегодня 1 февраля, воскресенье. Время уже 4 часа, я вот только что вышел. Мы сейчас куда-то, не знаю, с Настей поедем по каким-то делам, что-то там надо сделать. Вот, вы поедете с нами, как обычно. Сейчас все вам расскажу. Вот, ну ладно, я уже все прогрел, уже все можно ехать, у меня уже там градусов нагонько. Вот, можно отправляться. Короче, поехали, друзья. У нас, кстати, снега выпало пипец сколько, смотрите, вон, все в снегу, везде кругом. Ужас. Ногами у нас вообще пипец, короче, вообще просто жопа. Мы идем, знаете, куда мы идем? В Сбербанк. А под ногами жопа. А это Сбербанк. А это жопа. А это Сбербанк. Мы сняли деньги. Мы крутые чуваки. Да, чуваки. Да, чуваки. Все, мы вышли, смотрите, что впереди там. Все кругом. Везде снег. Просто пипец, короче. Просто пипец. И вон соборчик. Наш красавец. Вот так. Мы сходили в Сбербанк. Сходили в Сбербанк. Сходили в Сбербанк. И что же дальше мы будем делать? Скажи мне, Настя, что мы будем дальше делать? Куда мы приехали? Мы приехали в супер-перекрёсток. Кучу продуктов. Дует ветер стопудово, ничего не слышно. Погода, короче, пипец. Вообще все в снегу. Я не знаю, что видно, что не видно. Короче, просто пипец. Я фиг знаю. У нас сейчас пурга и метель весь день, короче. Просто пипец. Тут орёт какая-то. Баба, блин, чё орёшь? Идём, короче, перекрёсток. Это человек купил молоко с коровой. Ну, чем тебе пакет? Она берет пакет. Для чего тебе пакет? Чтобы плавить молоко. Тут очень стрёмный запах, чуваки. Он видит? У-ху. Мы положили молоко. Смотрите, другие супер колбасы. Мы сейчас будем выбирать какую-нибудь для нас колбаску. Смотрите, братва, я, короче, хочу купить два сока себе. Один, наверное, я возьму. Яблоко, виноград, только надо смотреть это. 13.05, вот, короче, возьму такой, и еще возьму, наверное, вот такой, вот так. Смотрите, какой пивандрий в каких прикольных штуках здесь лежит, и вон еще, смотрите, одна. А, это винцо для вина и для пива. Смотрите, чуваки, какая рыба, вообще прикольная, да? А вон той рыбе плохо, она кричит. Короче, вот такая вот рыбеха. Прикольная. Кто проживает на дне океана? Спанч Боб, Сквэрпэнс. Оказывается, в перекрестке запрещена видеосъемка, ребята. И все вопросы нужно уточнить с администратором. Но как мы знаем, я вам по секрету расскажу, что съемка в публичных местах не запрещена, ребята. И можно снимать все, что угодно и как угодно. Вот. А если вам ее запрещают вести, так сказать, фото и видеосъемку, это уже противозаконно. А в законах Российской Федерации нет таких законов, которые запрещают это делать, поэтому мы вольны снимать, что хотим и где хотим. Ну, кроме всяких каких-то там суперсекретных объектов. Ну, я, короче, смотрел всякие эти штуки по поводу этого. Короче, вот так вот. Меня типа просто сейчас предупредил продавщица, мол, у нас запрещено. Я говорю, ты, господи, пожалуйста, мне пофигу. Хоть администратора вызывайте, хоть кого, потому что, насколько я осведомлен, ничего, нигде, ни в каком, ни в одном публичном месте не запрещена видеосъемка. Вот так вот, друзья. Настена купила паштет, смотрите. Вот такой вот паштет, вот такой вот. Деликатесный паштет. Покупает. Анастасия покупает еду для педигри, для ее фликера, говорю. Педигри, прикольный вообще просто. Вот так. Еще будешь брать? А? Ну все. А наш ДНСовский друг, короче, все сидит. Короче, мы все с перекрестком. Сейчас пойдем в какое-то супер другое место. По-моему, в этот Великолор, что ли, еще куда. Ну, короче, сейчас все будет видно, другие. Все, сейчас вам покажу. Так, что, машина открывается? А, я что-то перепутал, смотри.
короче, Калина, я думал, я подошел не к своей машине, думаю, что она не открывается. Короче, поехали. Мы приехали, короче, в маячок, там смотреть веточки. Как он там называется, твой каштан-то? Веточки кого? Вот. Веточки хлопка. Я вроде не показывал вам, у нас там веточки хлопка. Потом покажу. Вот мы в маячке сейчас будем их смотреть. Пойдемте. А потом в Эликалор, да? Да. Потом в Эликалор, что ли? В Магнит, что ли? Или куда ты идешь-то? Такое она зовешь. В Магнит, да? Вот пипец. Короче, мы были не в маяке, а в Магните на входе есть цветочный магазинчик. Мы заходили в этот цветочный магазинчик. Там был хлопок, но Анастасия, он не понравился. Он был типа, ой, машины едут. Был какой-то некрасивый. Вот, мы его не взяли. Идем в Эликалор сейчас, да? Или в дома, или в Эликалор. А в Эликалоре пенку, что ли, ты хочешь купить? Полистирол, а чё? Да. А чё ты хочешь купить? Графики налепить надо. Ну, пенополистирол? Да. Чуваки, мы идем вот туда, короче, в этот. Да погоди, ты чё, хочешь в это? Ну ладно. Вот, бегут. Смотрите, я вам показываю двух сестер со спины. Это Аня, это Настя. Они сами виноваты, сами захотели угодить в мой влог. Короче, мы идем. А с той стороны Эликалор, я уж вам показывал, туда ходили, нам надо, короче, по делу купить кое-что. Вот, смотрите, и здесь сугробы, кругом одни сугробы. Вот этот магазин, ой, чуть не упал. О, лед. Вообще крутяк. Вообще идет. Ты должна меня снять сейчас, потому что, короче, вот он, Эликалор. И снег кругом, вот так. А мы идем в Эликалор. Смотрите, други, короче. Не точно. Мы, короче, купили корпус мебель. Не, пошли. Это склад. А, да, сюда. Короче, мы идем на склад. Нам сейчас дадут вот эту фигню. Мы, короче, на суперскладе пошли. Их, смотрите, здесь какой прикольный. Вообще крутяк, да? Вот так. Короче, идемте на склад. Вот так вот. Склад, чуваки. Вот так. Чуваки, вот, короче, что мы взяли, это два полипена и полиэстерола. А, ну-ка, ты снимай, сейчас я побегу как-то. Так не упади. Класс. Угадайте, куда мы приехали по этой гряди. Это Макдональдс, где там название-то? Короче, вот. Это супер Макдональдс. Мы сейчас пойдем в Макдак и что-нибудь купим поесть. Вот так вот у нас воскресенские выходные. Идемте в супер Макдак, короче, и поедим. 21. Сколько мне годиков? Мы, короче, ждем наш суперзаказ под номером 21. Сейчас нас вызовут. Мы заберем и пойдем есть наверх. Вот так вот. Ну, это и пол. Короче, друзья, у нас начинается наше пиршество. Короче, что у нас там вышло? Смотрите, короче, по чеку. Вот так вот. Короче, пирог, соус, потом картофель, потом бургер. А, потом еще, смотрите, эти спрингроллы, которые я давно, короче, пробовал, вам показывал. Вот они в коробочке, или не показывал, я не помню. Короче, вот такие показывал, да, малявочные спрингролльчики. И, короче, я взял в этот раз не клубничный, а коктейль, смотрите, ванильный. Короче, смотрите, он такой прикольный. Смотрите, видите? Я, короче, жду, пока что он растает, а потом буду его, короче, кушать. Вот так вот. Спрингролл, кушай. И, короче, супер кофе. Вот так вот. И мы, короче, переходим к нашей супер трапезе. Сейчас будем. А, еще я жду картофельные пирожочки, две штуки, которые я ел в прошлый раз. Поэтому мы сейчас начнем нашу супер трапезу. Поехали. Вот, чуваки, смотрите, короче, это новый пирожок, который мы только что принесли сами, короче. Сказали прийти самому, но принесли сами. Вот свежеприготовленный. Короче, сейчас мы его чуть-чуть достанем. Офигеть, они какие-то поджаристые, смотрите. Мы сейчас будем, короче, их пробовать, пытаться кушать. Я не знаю, вообще меня слышно, тут все орут. Ну, короче, вот такие пирожочки.
Мы сейчас поедем домой. Понятно, братва? Вот так вот мы доели всю еду. Сейчас наше путешествие завершится, и мы отправимся по домам спать и ждать нового дня. Итак, 3, 2, 1. Смотрите, пацаны, это эволюция айфонов. Мой, Настин, Анин, Настин. Этот скоро станет ничей, это станет мой, это останется Анин, и это останется Настин. Вот такие бывают айфоновские метаморфозы. Друзья, что бы вы думали, где я сейчас нахожусь? Я в Макдональдсе. Чуваки, мы сейчас будем играть, знаете, что, короче, в игру Выкрутасы. Мы берем бытовые предметы, и сейчас я делаю играть. Приложите колбу, начинаю прикладывать, и давайте, поехали. Ой, это там, где водичка лежит. Ваза с водой. Ну, давай, ну быстрее. Ну, что за ваза с водой? Ну, что? Блюдце, тарелка, дуршлаг. Ваза. Кастрюля. Ну, с водой. Кувшин. Да. У нас в прихожей очень часто стоит. Сушилка одежды. Ну, да. Сушилка для обуви. Для одежды. Для белья. Белья. Так можно просто руку фигачить. Да пофигу. Короче, когда варишь, дым туда уходит. Вытяжка. Да. Настя имя брови ущипывает, такая это не уменьшительно ласкательная. Щипцы. Настя сломала дверь туда, в комнате. Я там сижу, стену сломала. А что это было раньше? Балкон. Короче, Макфлори это что? Мороженое. Только это женщина. В чем делают? В чем делают Макфлори? Морозилка? Нет. Морозилка. Корень как и мороженое. Корень как и мороженое. Морожка. Ну женщина, как будто бы. Морозка. Мороженка. Морозилка. Морозиль. Да пропуск. Вольник. Это, короче, в поезде вот эта железная штука, в которую вставляют стакан. Держалка. Ну нет, а он называется... Я название не знаю. А это очень смешно. Ну, это был... Да я не знаю такого слова. Это, короче... Что? Это, короче, такая палка, там четыре ножки. Как стул, только по-другому называется. Так стрёмный, чё? Стрёмный. Да стрёмный стул. Стульчак. Нет. Он такая палка. Ну, древности так называли его. Трон. Да не очень древности. Да на нем сидят только это, четыре ножки. Табуретка. Да. Да в другую сторону. Это, короче, такое вот железное. А там баба с этим, то это несчастье. Пустым. Ведром. Ага. А это у меня сделано из льна. Занавески, что ли? Ага. А это? Вот пиво, в чем это? Стеклянная. Кружка. Стеклянная. Ну ладно. А если вот что это? Кружок. Нет. Из кирпичей или что-то? Стена. А это я... У меня такого нету. Я не знаю, что это. Да на чем спят? А, только так, тихо, на чем спят? Перина. Почти, только сейчас нормально. Матрас. Ага. Да. Он так пушится? Да. Матрас. А это бим-бим. Лазер. R2D2. Чтобы он реально стучать, а... Звонок. А это диван, это что такое? Да ты дура. Мебель. Какая? Сидячая. Нет. Пуфик. Твердая. Мягкая мебель. А ты меня снимаешь хоть или что-то? Ага, все. Че, конец что ли? Там лежит наша
Ага. Гардероб. Ну нет, только она уже не свежая. Чтобы ее постирать. Кладовая. Чтобы ее постирать, где она лежит? Куда ее бросают? В мусорку. На рабочем столе есть такой язычок. Корзина. Только, да нет, это вообще 4 слова. 4 слова? Корзина для мытья посуды. Это в чем вообще? Что дальше? Дерево. Да кого ты снимаешь? Тебя. Дерево в Африке. Она такая, так стал душок, так. Пальма. А почему пальма? Потому что чай. Стакан, кружка. Варили чай. Самовар. А это у меня белый маленький стоит посередине комнаты. Стол. Какой? Столик, стол, фуршет. Туалет. Ёршик. А это так... Триммер. Бритва. Какая? Электрическая. Ага. Триммер. Напиши, что триммер. Волосы сушат. Сфен. Да что это так легко? Жарят, он такая... Яичницу, яичницу. Карш, сковорода. Там хлеб, там тык-тык. Тостер. Я не знаю, как тебе сказать дальше. Шезлонг. Да что тоже. А это вот только слушать песенки. Яблоко. Плеер. Нет, какой яблок? Только айпод. Да. Так. Давай. Поняли? Я очень крут. Молодец. Короче, а это видео будет, вы это видео смотрели только что, короче, то есть с телефона, вот это вот. А че он упал? Короче, у нас сейчас почему-то не записалось видео, которое снималось, когда я держал, короче, оно должно было снимать девчонок, короче, оно не записалось, и поэтому сейчас будет, короче, у нас вторая часть, давайте приготовьтесь, сейчас сделаем еще один заход, поехали. Итак, у нас, в общем, второй заход. Мы сейчас будем, выберем сейчас другую тему. Мы возьмем зоопарк. Давайте нажмем на зоопарк. Потом выберем играть. Дальше приложите колбу. И, в общем, поехали. Меня видно, да? Это птица как пчух. Че за пчух? Она большая. Ястреб, ястреб. Да. Ну, быстрей. А это крокодил, только большой. Крокодил большой. Ну, большой, ну, Данди? Я не знаю. Ну, Дим, это знаешь. Большой крокодил. На букву А. Аллигатор. А это антилопа? Гну. Это маленький. Калибри. Вообще легко. А это очень вкусные суши с ним. Ну да, ну почти, давай. Угорь. А эта птичка такая, пчух, только поменьше. Такая же, только, да, вот так. А это пиво такое есть. Ага. Да пиво. Да и что пиво, я что, алкаш? Да пиво, как птичка. Он тоже быстро летает, красивый. Глаз так называют. Такой-то глаз. Янтарный. Нет, как птичка. Ну давай. Ну что за птичка, ну объясняй. Ну я же сказал, коричневый, она быстро очень летает. Всех скажи, птичка, скажешь. Ястреб, сокол. А это я птичка. А фамилия? Лев. Я птичка. Кондор. Ой, я не знаю, у меня другой. А это слепой под землей. Крот. Ага. Ёжик с большим кольчиком. А это всё дикобраз. Как? На море. Вот у нее клюв вот тут висит, да? Не висит она. А чайка? Да. Где она висит, клюв? На другую сторону. Этот. Обзывательство. У него зрачки квадратные. И рога, и борода. Кочёрт. Козёл. В другую сторону. Ладно, все. Она ест шубы. Моль. Ага. А это я, мой год. Морковку ест с капустой. Заяц? Нет, другой. Кролик? Да. Мой год. Мой год. А эта птичка на одной ноге стоит. Цапля. Ага. И уберет палец. С этой руки. Это, короче, маленький хомячок, только это... имя не подходит к нему. Это пик. Второе слово пик.
Качу. Да по-английски пиг. Что это? Свинья? А, первая купается. Вот она булькает. В говне? Свинья? Хомячок такой есть. Морская свинка? А, пиг. А это собака дикая. Ее так зовут. Койот. Ты даже не знаешь. Это, нет, прям собака дикая. Только ее зовут вот так вот. Лайкра. Нет, не знаешь, наверное. Давай другой. И с хвостом красивым. Павлин. Ага. А это? Это вот. Она ест траву с рогами и молоком. Коза. Из нее молоко. Корова. Да. Ты корова? А это, короче, как... Это... Посмотрел Джимми Нейтрон? Наверное. Там толстячок любил вот этого. Откуда я знаю? Животных таких. Они... А, этих овечки, что ли? Нет, почти. Ламы? Да. А это морская свинка только... А, нет, Семен у Мишки. Простой. Хомячок. Ну да. Нет. Нет. Они летают. Нет, это сыр любит. Ну ладно, давай. Мыши летучие. Это гюзель или как? Ворона. Ай, Гюль, вот. А это я, короче, такая. Это мой год. Год, ты крыса. Что? Что ты несешь? Я какой тебе год? Я в растерянности. Ну я кто? Лето кто еще? Ага. Бананы любят. Макака. Да, да. Обезьяна. Да нет, макака. А макака. А это вообще я, вот. Вот я. Обезьяна? Нет, лев. Говорю. Да, да. Ох, ты мой, жарко. А это вот такая. Да у тебя все, любая птица. Это таким носом. Это не акула. Акула с прямым носом, что ли? Меч, рыба-меч. Да, откуда ты знаешь? Офигеть, откуда ты знаешь? Все знают. А это гну кто? Антилопа. А это большой бык. Буйвол. Му. Две буквы. Му, ду, гала. Первая буква – это последняя буква. Я, як. Поздно. Все, все. Угадный слов. Видно. Там была собака Динго. 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 А что, выхухоль? Ага, выхихоль. Короче, я, короче, вот это видео вы уже видели. Можем сохранить? Сохраняем. Все, чуваки, вот так вот. А мы сейчас, короче, наигрались и едем домой. Вот так вот. До свидания. Смотрите, мы сели, короче, в машину и смотрите, как... Замерзло стекло, короче, это все лед. Вот я сейчас, смотрите, дворники включу, что будет? Ничего не будет. Ара-ра-ра-ра-ра. Вот так, короче, пускай сейчас отогревается, или я отскоблю. И мы, короче, сейчас поедем по домам. Ехать боковые, все, не, я пойду скоблить, потому что я пойду лучше поскоблю. И мы едем по домам. Вот. Короче, ладно, сейчас будет все видно дальше. Мы гуляем с Фликом. Мы уже приехали. Флик, иди на свет. Иди выйди на свет, что ли. Флик. Флик. Вот, смотрите, вот он. Это собака. Для которой мы сегодня покупали корм. И мы с ней гуляем. Я как с ней бегал. Вон, сейчас там пасы, давайте назумим. Эх, на зуме все. Все теряется. Нету Флика, все. Итак, друзья, у нас сегодня в эфире обзор на королевские сладкие палочки. Это Анастасия купила. Наверное, королевские. А, королевские, да, типа лев, королевские. Вот так вот смотрится. Вот так вот смотрится сзади. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Сделаю прямо во влоге. Вот, ну, случайно, если что будет путное, можно сделать будет отдельное видео. Итак, Ната, да ты что снимай. Можешь даже меня снять. Понятно. Нифига себе. Офигеть, здесь какая штука огромная. Офигеть, смотри. Классно. Да, только палочки не очень навистые. Да фиг с палочками, это игрушка. О, привет. Смотрите, короче, в палочках вот такой вот
пистолет. Сейчас еще будем брызгаться, ведь подожди. Чтобы не пачкать, сейчас я его открою прямо там внутри. Сейчас я вам достану его. А, произведу анбоксинг пакетика. Ой, Луня, это привет, Луня. Привет, Луня. Дьявол пришел. Демон, точнее. Шутка. Смотрите. Нам попался вот такой вот потрясающий водный пистолетик. Что, пошли? А, она украла и убежала. Ты сняла? Ну, нет. Ну, немножко. Надо водички сюда набрать. Сейчас не беру. Опасный. Не, классный, да? Дай мы пробуем что-нибудь. Давай, мы сейчас сделаем дегустацию. Вкусные. Ну, нормально. Чем вкуснее были другие. Пошли тестировать пестик. Пойдемте. Итак, друзья, смотрите, это лысая охотница сейчас украдет. Эх, засыха. Слышали, как хрустело? Мы набираем водичку. Сейчас мы вам все... Он как будто оранжевый тут. Он розовый. Если у тебя проблемы какие-то... У тебя проблемы с камерой вообще-то. Поснимай пик. Офигеть. Стой. Снимай, нет, меня снимай. Значит, только ты не пойдешь. Ну стой, давай вот так. Класс. Ставьте лайк. Все. Потрясающий пистолет, друзья. Ставим лайк. Все. Друзья, я не могу так больше. Видите, это... Да тихо. Друзья, я не могу так больше. Вы видите это оружие? Я свожу счеты со всем, что накопилось. Лёх Сотин. Слушай. А у вас крес. Блин, а смотрите, куда забрался этот чудик. Пунь, ты готова? Стой, спестику надо. Давай. Итак, друзья, сейчас мы произведем обзор двух яичек. Да, можешь меня снимать, я сейчас покажу. Двух яичек от Confitrait, на которых изображены, знаете кто. Вот такие вот барашечки. Итак, мы сейчас произведем анбоксинг первого яичка. Посмотрим, кто нам там попадется. Нежно открываем фольгу. Распаковываем ее и даем вид на нее.
Вот так вот смотрится здесь барашечка на полумесяце и со звездочкой баран. Вот так вот, собственно, смотрится само яичко. Так, оно ломается с жопы. Сзади. Вау, беленькое. Беленькое, да. Так. Вот смотрится как вкладыш. Это конфитрейт, опять же таки. Ой, правильно налетел. И тут вот такое вот чудо. Вот так смотрится. Такой вот барашечек. Это для карандаша. Секунду. Можешь пока не выключиться. Итак, мы берем карандаш и насаживаем, так сказать, этого розового баранчика на этот карандаш. Это смотрится вот так вот. Но это же еще не все. У нас есть второе такое потрясающее яичко. Давайте же откроем его. Мы берем второе потрясающее яичко. Так. Открываем второе потрясающее яичко. Здесь... Так, тут у нас новый эксперт. Ну давай, давай, иди сюда. Ну иди сюда. Второй эксперт, что-то это. Эксперт 2. Лысый эксперт. Лысый эксперт, что-то не пошел. Вот, сними-ка вот это. Тут у нас такое вот обложечко. Теперь мы открываем яичко. Покажи луньку. Это второй эксперт. Ладно, пошли сюда. Жопки не снимай, только они красивые. Итак, мы открываем второе яичко, и там нам попадается... И там нам попадается голубая овечка. То есть первая у нас какая-то розовая была, теперь голубая. Вот. Смотрите, вот так она смотрится. Яичко стоит сколько денег? 21. А что, у него смазалки? Так. А, он моргает. Так. Мы вставляем ему, точнее, его насаживаем вот так вот. И тем самым у нас получается два вот таких вот баранчика. Вот. Да. Потрясающе. Ну, стоит 20 рублей, соответственно, вы получаете кусочек пластика на 20 рублей. В форме барашка, вот так вот. А пока что это все. Моя пошла домой. Сейчас я приду и что-нибудь вам скажу. Чуваки, смотрите, полька. Она уже ходит. Но ей еще не сняли эту попонку. Она, кстати, стала очень шуганная после операции. Видите, как она сейчас шуганулась? Я хотел просто ее погладить. Вот. Но уже ей получше, так что... Все будет хорошо, не переживаем, чуваки. Вот так вот. Кто вышел такой? Полюш. И вот так она всегда делает, смотрите. Лижется. Там не полежишься нигде. Все закрыто. Такие вот попоночки. Ну-ка, погладьте, погладьте, погладьте. О, вот, смотрите. Вот так вот. Вот моя хорошая девочка. Кстати, знаете, сейчас... Кстати, знаете, что сейчас будет происходить? А я вам сейчас покажу. Вот, смотрите. Это моя супер-еда. Это вот, кстати, сок. Виноградный яблочный, который я вам показывал в перекрестке сегодня. Сало, котлетос и картошечка и хлебушек. В общем, всем приятного аппетита, друзья. Сейчас я буду тащить еду. А полька все лижется, вот так вот. Ел сейчас, короче, рыбу. Давно покупал, я не помню, показывал вам или нет. У меня валялось в холодильнике, нашел. И настолько вкусный сок, я его весь допил. Там вообще все прям допил весь. Очень вкусный, прям мне очень понравилось. Надо еще купить, заехать. В общем, вот такое было чудо-воскресенье. Полно на события. Мне кажется, вообще офигительный влог получился. Сейчас монтировал. Очень прикольный. Всяких много приколюшечек, всяких... таких вот забавностей, короче, смехотворностей и прочие штуки.
Кому нравятся мои влоги, и в частности сегодняшний влог, ставим лайк. И ты смотришь меня, это видео. Подпишись. Ой, нет, вступи в мою группу ВКонтакте. Обязательно, пожалуйста, вступи в группу. Вот тебе же не сложно, Вступай в группу, вот. В общем, до завтра. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, ждем новое видео. И пока, мои друзьяшечки.